В День республики в столичном микрорайоне Соляной открылся новый детский сад. Объект был возведен меньше, чем за год в рамках федеральной программы. А в новый город поехал первый троллейбус. Так, для себя ленточку. Бурно развивающемуся микрорайону детский сад был действительно необходим. Он рассчитан на 220 мест и сейчас практически заполнен. Здесь оборудовали просторные игровые комнаты, кабинет робототехники, музыкальный зал и современный пищеблок. Коллектив практически сформирован. Кроме воспитателей, здесь будут работать психологи и логопеды. Для интеллектуального развития в детском саду уже продумали образовательную программу. Замечательный экологический район. Здесь очень удивительные ландшафты. То есть встречаются и такая гористая поверхность, и частный сектор есть. Тут же рядышком и многоэтажки, и Волга рядом. Мы будем с детьми совершать походы, развлечения проводить. Тут же недалеко от детского сада и в то же время не в детском саду. Это все здорово и замечательно. Будем проводить проект по родному краю с рюкзачком шагаем. Очень много достойного оборудования, которое позволит нам всесторонне развить каждого ребеночка. И поэтому ждем всех обязательно в нашем новом детском саду. Постараемся принять всех желающих. Да, нам, правда, остался еще только один год, но, тем не менее, чтобы было легче. Не возить ребенка. Не возить, да. Потому что приходилось рано вставать, вести ребенка перед работой в детский сад, вечером забирать, постоянно стоять в пробке. А сейчас очень хорошо, садик в 100 метрах от нашего дома. Всего же в этом году в столице республики запланировано открытие 10 детских садов. В Чебоксарах развивается и транспортная доступность микрорайонов города. В День республики открылась троллейбусная линия в новом городе. Протяженность контактной сети составила 2 километра. Есть тяговая подстанция и диспетчерский пункт. До этого здесь курсировали только маршрутки. Раньше сперва, конечно, тяжеловато было. Ни маршруток, ни автобуса, ничего не было. Приходилось пешком по снегу нам. Как бы даже дороги не было. Не только идти по. Ползать даже, наверное, по колено снега было. Теперь у нас, да, цивилизация. В нашем микрорайоне появился троллейбус. Наконец-то мы этого так ждали, потому что на коляске можно в гости поехать. А на машине так коляску такую большую не затащишь. Очень рады. Троллейбусы из нового города будут курсировать до северо-западного района по третьему маршруту. Транспортная доступность должна отразиться и на развитии микрорайона. В этом году здесь планируют сдать еще 1000 квартир и открыть новый детский сад.